popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on no Uzi and show up, man. Всем привет, зовут Ахмед Кешк, компания моя MyCharm. Решил сегодня вам показывать Рас Мухаммад заповедник из «Мои глаза», как он есть индивидуально на своей машине, и прямо покажу вас, как оно выглядит. Пойдем, буду немножко рассказывать. Gate of Allah. Самая красивая фотография можно начинаем сделать здесь, потому что это вход прямо Рас Мухаммаде. Будем здесь индивидуально с машиной, с утра до вечера, кушаем с бедуином. Рассказываем, показываем такие интересные места, такие интересные моменты. А вот мы в другой шар вообще. Не такой стандарт обычно, как поедем туда-туда и все. Так, это очень интересно будет. Поэтому давайте сегодня я вам буду показывать, как выглядит Рас Мухаммад из моих глаз. Ребята, мы сейчас находимся на место, где растут прямо мангровые деревья. Это такое, находится прямо здесь. И два у нас есть варианта. Либо едем сначала туда, где находится мангров, где они растают прямо в соленую воду. И потом поедем тогда дальше, где волшебное озеро. Даже тут написано стрелка, куда-то надо идти. Где называется волшебное озеро. Это такое озеро. Бывает там она полная вода, бывает одна там мало вода и красиво там кораллы. Очень, очень соленая вода, где там можно плавать прямо так. В общем, начинаемся, поедем, сейчас вам покажу. Ребята, мы сейчас находимся на месте, где стандарты, обычные, просто экскурсия, как у всех. Вот, они здесь сначала, вот машина здесь и стоят, и прямо здесь они плавают. Это скучно. Хотите необычно? Поехали с нами. Ребята, мы находимся сейчас на месте возле прямо туннель. Пойдем, вас покажу. Вот прямо такой туннель. Очень интересное место. Когда это? Мало вода здесь, значит мало вода там, прямо на озеро. А когда полная вода, она дает туннель под землю, туда прямо в воду, этот озеро. Такое очень интересное, волшебное озеро. Ребята, наконец, пришли, приехали. Волшебное озеро, самое интересное место. Вот вход, конец. Очень интересное место, где плаваете. Сама соленая вода очень соленая, прямо что ты можно просто ложить вот так, и прямо вода тебя держит. Самое интересное место, я читаю, а где песочный пляж в Шарм-эль-Шейх. Решил вам показывать наша фотографик Реко, который вам делает прекрасные фотографии. Вот, тебя показывает, рассказывает, мои шармы, у нас все необычное. Поехали дальше, вам показывает мангровные. Вот сюда. Ребята, сейчас мы находимся на мангровом дереве, где она растет только в Красном море, здесь на соленой воде. Тут находится дикий пляж. Тут очень интересное место, где мы возим наши туристы. Вот мои шармы возят туристы на самые интересные места, где спокойно, никому нету. Тишина. Пойдем ближе, покажу вам, как выглядит мангров. Пойдем. Они растут прямо на соленой воде. Это очень интересно. И только одно место. Курорт Красное море, прямо где растет только здесь. И вообще в мире редко их есть. И они очень интересно, что растет еще раз в соленой воде. Это самая соленая вода у нас, этот бухта, этот озеро. Мы приехали на место, где мы будем отдыхать. Тут находимся прямо на дикое место, а где хозяин этого места один бедуин зовут Харби, зовут Харби. Тут можно спать ночью, ну я имею два дня, и тут можно полдень. Тут такой прекрасный их дома, что можно здесь прямо спать вечером или отдыхать просто. Давайте я вас покажу, как выглядит обзор вид издалека. Вот здесь два как будто спальные, здесь два можно человек спать. И так круто. Отдыхайте. И вот возле тебя прямо море, можно плавать на такие прекрасные, красивые места. И давай дальше я покажу. Вот мы находимся тут, а не где можно кушать, сидеть, отдыхать. Вот еще разные соседи в вашей комнате. Давай дальше. Вот как выглядит их ванна. Как здесь человек моется в пустыне. Пошли,
Я вам покажу. Вот. Свежая, хорошая вода. Здесь электрика нету. Здесь все солнечные батареи, чтобы вы понимаете. Это такое место далеко от всего. Пойдем показываем, как готовить ням-ням, кушать. Пойдем. Вот здесь моет руку. Вот здесь манголы, где бы готовят кушать прямо свежие, горячие. Супер. Их вкус. Вот ребята, где работают здесь. Вот чаюк их. Такой прикольный, прекрасный, вкусный. Вовремя, когда возле плаваете, такой вкусный чаек здесь. И отдыхайте. Вот их кухня почти, вот их место, где они сидят. Вот маленький обзор можно смотреть. В общем, как она выглядит. Вы здесь сами отдыхайте. Одежда здесь сохнет. Очень интересно. Обещал я мои шармы показывать все, что необычно. Вот наша экскурсия. А сейчас мы пойдем кушать такие вкусные блюда. Вот, ребята, наше блюдо. Так вкусные. Вот такие курицы прямо здесь, на Монголии, они делали. Такие вкусные. Не могу заразать. Вот рис и картошка. Такое обычное блюдо. Можно заказывать другой, конечно, какую-то рыбу или чего-то. Давайте кушаем. Ням-ням-ням-ням-ням. Ребята, как моя шарма обещала, показывает на берегу. Вот Рас Мухаммад, заповедник, который все говорят про его. Вот мы находимся сейчас прямо, надеюсь, что вас видно, что отсюда прямо обрыв большой, Бадвуду, вот здесь. А такой красивый вид. Сейчас будем погружать и вам показывать, как там. Красиво. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go gratatata. I've been in the hills, fucking superstars, feeling like a pop star. Drinking Henny, bad bitches jumping in the pool, and I ain't got on no bra. Hit her front or back, pulling on the tracks, and now she's screaming out no more. They like Savage, why you got a 12 car garage and you only got 6 cars? I ain't with the cake and how you kiss that. Ребята, обязательно надо смотреть, это красиво. Я в шоке от красоты. Ё-моё, такие рябки. Обязательно надо смотреть. Ребята, надеюсь, понравится видео. Старались показать вас Рас Мухаммад нашими глазами. Надеюсь, понравится. Подпишите на страничку в Инстаграм и Фейсбуке «Май Шармы» и поставьте лайки. И ждите новые видео. Спасибо.